Несколько дней назад в сети заговорили о возможном разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Некоторые источники утверждали, что исполнительница уехала из замка в деревне Грязь и теперь живет отдельно, оставив детей Лизу и Гарри с отцом. Эту сенсацию недавно прокомментировал знакомый артистки Евгений Кемеровский. «Зачем вы мне такие вопросы задаете? Это некорректно по отношению ко мне. Спросите у их родственников, они больше знают», — возмутился шансонье. Затем высказалась и директор «Примадонны» Елена Чупракова. Она заверила поклонников, что атмосфера семейного счастья не покидала дом знаменитостей, поэтому не стоит беспокоиться и верить безосновательным слухам. Позднее слово взял и сам Галкин. Он откровенно и резко ответил журналистам радиостанции «Говорит Москва», что они с избранницей не расставались и по-прежнему живут вместе. Когда же шоумена попросили прокомментировать проблемы в браке, он отрезал: «Делать мне нечего». Как бы то ни было, в своем микроблоге артист продолжает публиковать видео с участием жены и наследников. На последнем из них малыши объявили своеобразную забастовку, сказали маме, что будут лежать на ступеньках, пока не приедет папа. Напомним, что Пугачева и Галкин в браке с 2011 года.